Ребят, вы знаете, следующую тройку я даже не могу просто так объявить. В прошлом эфире они практически вылетели. Мольба Надежды Мейхер убедила Константина Меладзе взять этих, правда, очаровавших в наш тур. Что получилось у Надежды? Прямо сейчас смотрите в сюжете. Настя, Еріка і Міша пережили справжній шок на концерті минулої п'ятниці. Ви не проходите в дальнейший тур. Звісно, коли нам сказали ні, все, у мене щось внутрі просто оборвалось. Але Надія Мейхер-Грановська стала їхнім янголом-охоронцем. Крупно повезло, просто нереально. Нам нужен именно такой человек, как Мейхер, чтобы нас вот так. Она дорогая сексуальная женщина. Ты самая прекрасная. Спасибо. Я постоянно хотела быть такая, как она. Надія пообіцяла Костянтинові Меладзе приборкати норовливу трійцю і почала з Міші. Я категорически против того, чтобы женщина носила мужское имя. Ты просто на себя возьмешь лишний вот груз. Вот поверь моему жизненному опыту. Поэтому мне кажется, нужно пропагандировать вот именно Мишель. Міша, через вдачу якої на минулому концерті мало не вилетіла вся трійка, знову вирішила зробити по-своєму. Я не буду міняти псевдонім, тому що з цим іменем мені дуже комфортно. Протистояння Міші й Надії продовжилося в салоні. У тебе має бути холодний тон. Міша вирішує знову зробити по-своєму і відмовляється фарбувати волосся. У мене дуже схожий цвіт глаз з цвітом волос, який зараз у мене є. Але справжню істерику Надії влаштувала Еріка. Нам волосы нужно вот здесь чуть-чуть укоротить. Вона оплакувала кожен сантиметр свого дорогоцінного волосся. Що стрічеш? Куди ще? У мене залишилось стільки ж, скільки я було, тільки тепер не в якійсь формі. Боже, все вже. А куди ще? Я плачу. Все. Чи не стане впертість дівчат фатальною помилкою? Чи пройдуть вони далі? Оскільки нам дали останній шанс, от ми і виступаємо, як будто нам дали останній шанс. З Богом! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выкинуть в окно и, нажимая на паузу, остановить кино. Я не могу до конца понять, какого лешего я полюбила красивого сумасшедшего. Пора менять друзей, что-то в себе. Менять падение на полеты. Она сумасшедшего. Пора менять друзей, что-то в себе. Менять падение на полеты. Сумасшедший. Ляжем под наркоз.
сумасшедшие аплодисменты! Скажи, ты не жалеешь, что девчонок-то взяла? Теперь не жалею. Да? Я с ними работала всю неделю, просто... Послушная? Не покладая ни рук, ни ног. Ничего. Ни голоса, скажем так. Молодец. Игорь, ну а какая Виагра, по-твоему, должна быть? Своенравная или послушная? Это было и сумасшедше, вместе с тем это было не вульгарно. Это было как-то вкусно. Вы были вместе, были одним коллективом. Мне очень понравилось. Я вас поздравляю, вы были другие, нежели в тот раз. Костя, ну скажи, не пожалели, что Надюше отдали эту тройку? Не пожалел, потому что... то есть Надя, она, конечно... Богиня. Человек реально сумасшедший. Я это чувствую и вижу. Это еще раз... Я отметил для себя, увидев ее под потолком, честно говоря, перепугался, потому что раньше я ее в таком положении не видел никогда. Вас не было видно страха, не было видно волнения. Вы были очень похожи на профессиональных артисток. На сегодняшнюю минуту это было лучшее выступление, которое я Браво! Сегодня видел. Вас ждет, кроме славы, Вера Брежнева. Верочка! Я здесь, если честно, у меня пропал дар речи. Надя, ну скажи, как они тебе, твои детки? Вот энергетически я ощутила, что мы единое целое. Вот на сцене я к девчонкам сказала: девушки, вы должны выйти, как будто это ваш концерт. Я как человек прагматичный могу сказать одно. Пожалуйста, после всего этого не заболейте звездной болезнью.